какой-то момент в моей жизни, наверное, каждому бывает тяжело или лучше, конечно, это не бывало бы, но у каждого, наверное, артист, у каждого человека искусства были сложности с разными, там, addictions to some extent. Но мне очень... Как все художники. Как все художники. Это на самом деле нехорошее дело. Совсем нехорошее дело. Поэтому мне очень сложно было искать себя и сходиться. Песня, которая называется «Я буду летать». Ночь. Устала я светлый домой. Ночь. Глаза растворяются в тьме. Ночь. Все ангелы земные проходят надо мной и идут со мной. Те, что нам открывались когда-то в детском сне. И отрекаюсь снова я от всего земного. И опять я могу летать, я могу летать. Подари, бродяга, песню мне, я последний. Просточусь монету, там о наступившем новом дне. Я хочу услышать песню эту и забыть земной круговорот, и забыть тугое притяжение. Он готов, ковер мой, самолет полететь по щучьему веленью. Та-да-да-да-да-да. Влетают в мое сердце, они с детским сном, с тем же детским сном, с безнадежной и глупой мечтой о новом дне, новом дне. И отрекаюсь снова я от всего земного, и опять я могу летать, я могу летать. И растворяясь в небе, я знаю, что будет время мне спокойно, свободно сказать, я могу летать. Я могу летать. Я могу летать. Я могу летать. У меня очень много было выступлений по Америке. Половина первой своей музыкальной карьеры была среди американцев. В таких маленьких у меня был контракт с магазином, который назывался Borders Books and Music. I'm sure you know the store. Поэтому по всей Америке я проездила по всем Borders. И я уже знала по звуку coffee machine, какие звуки, какой напиток. Эспрессо, капучино, короче. Это было, конечно, серьезная история. Но у меня было одно выступление, которое мне очень сложно было забыть. Оно было в городе, который назывался Нормал, штат Иллинои. В городе Нормал, Нормал Police Department, Нормал High School, Нормал Sheriff, Нормал Everything is Normal, Everything, Нормал Barbecue, Нормал Grocery Store. So after 4 hours of Нормал, I was like, dudes, that ain't normal. Короче, приходят ко мне зрители, публика, половина без зубов. То есть, я решила, ребята, так как у нас все нормал, I'm gonna do a song.